и с нами единство водило всех нас и на труд, и на бой. Я, пользуясь сегодняшней возможностью, хочу еще раз эту памятную для нас дату сказать вам слова искренней признательности и благодарности за то, что преданно выполнили свой долг. Как военнослужащие, как специалисты, как граждане большой страны. И самое главное, чтобы мы успевали узнать от людей воочию, что такое мужество, что такое долг, что такое подвиг. Именно от людей, которые сегодня стоят среди нас, те, кто сегодня в муниципалитетах, собираются в этот памятный день. И воспользоваться возможностью, Юрьевич, хочу поблагодарить нашу организацию, региональную организацию «Чернобыль», за ту активную позицию, которую вы всегда занимали и занимаете. Тем самым, не только не давая забывать о том, что было и что могло быть, если бы не подвиг ваших коллег, наших земляков, но и помогаете сегодня стоять рядом плечом к плечу за своими друзьями, коллегами, которые действительно сегодня нуждаются в поддержке, помощи и в лечении, выздоровлении. Вот в этом плане мы будем всегда рядом стоять. Мы с вами на встрече эти вопросы обсуждаем. Дай Бог вам здоровья, вашим семьям благополучия, как можно дольше, невзирая ни на что, оставайтесь с нами и будете занимать такую же активную позицию, которую вы занимаете. Спасибо вам. Я от лица авиаторов хочу всем ликвидаторам, которые там были, и всем переселенцам, все, кто пострадали, первое пожелать крепкого здоровья. Ну а всем молодежь, которая вот сегодня с каждым годом все больше и больше здесь, чтобы помнили об этом, потому что вот сегодня перед тем, как идти сюда, я по месту своей работы одного товарища, молодого человека спросил. А, он меня увидел со знаком, указывающим, что я отношусь к категории чернобыльцев. А куда вы собрались? Что сегодня за день? Я был ошарашен. Это тяжело, конечно, но 26 апреля должно остаться в сердцах вас, молодежи, ради того, чтобы это больше никогда не повторилось. Дорогие друзья, конечно, очень тяжело говорить о тех людях, которых нет с нами. Вчера мы были на встрече со вдовами. Это горькая встреча. Но тем не менее, Союз Чернобыль всегда будет поддерживать всех тех, кто пострадал, кто нуждается в помощи. Я вам хочу сказать, что мы не обделены заботой и вниманием наших городских, областной власти. Вот этот, то, что здесь создано, это при полной поддержке этих властей. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, великое вам спасибо за тот подвиг, который вы совершили в 86-м. По 90-е годы. Весь мир тогда в тревоге замер, когда пылала синева, когда герои сбили пламя, чтобы земля была жива. Их гибель стала общим горем, скорбит в молчании страна. Мы славу воздаем героям и сохраним их имена. Капелек пара туман, песок из мельчайших песчинок, Россия из россиян. Давно мы по духу едины и связаны общей судьбой, и с нами единство водило всех нас и на труд, и на бой.